открывая двери без ключа. Налетели как саранча. Раскидался как Джеки Чан. Бұл домашний тауық, қарағанда менде жолтенький ғана. Бір фермерден алам, өт, Татарстандан. Тауық Татарстандан атып алам, вообще дурак. Ну потому что мен башкирский фермерлерді білмеймін. Білмеймін кімдерден хайбет тауық алырға. Жашықта пучина, пахнет капучина. Жашықта пучина, пахнет капучина. Чина, 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 чина. Есть пучина. Наша пания, круто пахнет на коне. У него огромный банк, чина, брата, чудеса. Синяя кана, тануза. Синяя кана, тануза. Синяя кана, тануза. Короче, или когда тронем рис басмати Global Village. Офигеть, и потом с этой ложкой мне накладывать будет. Ладно, другой налажу. Да я шучу, шучу. И вот, бүгін алдық увелка басмати. Ну и бешіріп қаранам, достар. Хороший, алығы, понравилось. А я лишь только Global Village. Она қараған есть красивчатый кипсыхан. Самое главное, воды много не наливать. Говорю, как что тебе это на электричке едет? Мне нравится. Это такой бабушкинский вайб мне прям подходит. Я говорю, мне в душе все 50 уже давно. Я хочу себе эту еще тележечку, короче, купить. Такую. Туда, короче, такой пакетик вот этот вязаный. И за продуктами приезжать, да, скажи. И на дачу ездить. Да. Картошечка свеженькая. Кайнамдын агартунан. Кукайдар табиалилден. Каймак Нуримандан. О, меня тут каймак жаем, это просто бомба. Мен күтіп алдым. Бір адам не каймак жібермей. Чё за фигня? Тегі бақыт өзім қорап алдым, аптырап. Хотя бы бірі туған еберге болады, бірі каймағы бе? Қарапи туған ұлдың балары көп. А мен чё? Могли бы хоть раз, көп. Я давно не стала о каймаке. Свежий кукей. Это еда богов. Берни деда ресторан Гарахмай Достар. Ошындай ризық баға. Ни один там Мишлен-бишленовский ресторан Гарахмай. Мен болдым енді Мишленовский ресторанда. Рамиль меня опарды. 5 звезд. Мишленовский ресторан в Москве. Один-единственный. Барлық. Мен да итмаға шаутырдым. Представляете ма? Хантыгалар аптырап меня даже в дорогу итмак халвардылар. Официанттар. Да? Потому что у них еда невкусная. Өзбіртік әлемеке размазали тарелка. Айтейм айбет. Ожи мен аптыранам шында. Мен утка по-пекински заказать кем, достар. Представляете ма? А ух кан мынан. А ушлай бұра дейш. Бешер өтмегендер. Мен ана нен оқылым рецепт. Мен ушлай бешер өте ешті өрет азын. Иначе утка бешер өте қаты болай кен. Москвичтар өздері ашағында бешер өтмеген уткаларым. Кстати, паром переправа работает, машины все там пропускают туда. Правда, что ли? А я меня чуть понимаю. Ну что, это наверное, только для экстренных служб. Наверное, будем стоять, да, машина всегда травма машина. Доктор, паромная переправа, кажется, открыли для машин. Башта и Варгандарина только для спецтехники. А сейчас и так машин пускают. А сколько стоит на пароме? Ладно, пошли 300 рублей было. Сколько? 300. Как такси, блин. Сейчас такси. Вообще. О, ну наконец-то, блин, сока ела. В смысле, 10 минут только прошло? 10 минут. Ну, какой-то бунда, что тёх тапкать моя меня баша. Короче, бед бунда, симга елдык, ендык. Альберт бед уже кытып, енден өттанды. Все взяли, нет? Ты как-то ищик битты мы хон? Короче, хар уйдут, когда монеткала, продукт алабыта, қыздарға. Ну ты полуголая ходишь, блядь, ну у меня басы, не позори свою мачеху. Ну ты сейчас вышла, у тебя груди нарос. Увидишь, какие красивые зато.
Какие? Позорит, говорю. Вот так вот. Мальчик, позор, ты птикер, я дали на вид. А он не там. Офигеть, в интернете можно, в интернете. Вкусный, дайте вкусный хотя бы. Куснуть тигань бы сразу, а вот на весь тахта. Подожди, дай попробуй. Дай я залез. Вот, смотрите, какой тут песок. Аккуратно. Даже деньги, он да песок бьюк. Во. А был песок Симде. Симден яр будет, да. И весь яр будет нашла песок. Представляете, как красиво. Сапма, сапбортма, немеке. Это я не знаю. Короче, какая-то доска. Лодка окшаган. Суна Альберт заказать кен Вайлберстен. Прикиньте. Купа я заказать кен Вайлберстен? 19. Тысяч. Офигеть. Ну, все для детей. Все для детей. Что с ней делать-то вообще? Гидрка. Мы так просто тулан гидрам что ли. Не, может ветер, может босса. Набор он так, короче, достар какой-то куалак бар. Что с ним делать? Мазь бар. Еще какой-то мазь. Ну, серга. Бермим, я знал. Что за фигня его? Эй, без закарать мне, русский дара мазь закарать мне. Кентерге? Русский дара? Ну, без знаешь, что ли. Это все остальные. Ну, намазывай. Дурак, что ли? Русский дара мазь закарать мне. Я там дай. Давай, апа. Кабелева. Еще в комплекте. Директор Костан, Хаптан. Электро поехали. Аяна. Аяна. Курган бар мы? Аяна. Электролер. Аяна. Ини. Сап. Юдып китмай. Ага. Ашан, он юдып китай лагайда, анда чечене лахуан. А? Фу, атлап келенгенде. Да, одно такое весло. Это же не лодка. Одно, что ли, такое весло ты? Песок до такой степени кылган достал. Бля, говорю, не ужас просто. Азалия, чё как? Прикольно? Все, бұлар юдерге өрені балғандар. Аделина гребет, Азалия рахаттан құтыра, блин. Қарағыдан да дұр течене бұлырға, может, еще? Один в один моторный пештегер. Не шла кистин. А, хин кистин мне? Я, урыду. А что мне? Один бак. Красота здесь вообще. На значовку келер. Бада башня бада значовку келер келер, доктор. Мы бегим на два часа на келер. Балар да худшир гагна. Шукр палсы на кистин погода вар. А, потому что надо ел. Бутонер да палатка манюрып. Орота все равно. И кого на природе арта. Я водяной. Мы веселые медузы, мы веселые арбузы. Нет, веселые медузы, да-да-да-да-да. Они похожи на арбузы, да-да-да-да-да. Мы веселые медузы, да-да-да-да-да. Мы похожи на арбузы. Да не мы. Мы веселые медузы, да-да-да-да-да. Нет. Нет, да не мы. Человек на природу приехал, чтобы в интернете сидеть. Да нет, боже. Чувак, он тут интернет утром. Юдыгы трахаттен, папан хэдэвэд, худшырга апкилды. Купы чипсов набрали, я хода, карага, Принглс, Эллининеке. Мында, кстати, ос очень много. Папа да, оса уже укусила. Да? Да. Он еще руку порезал в двух местах. Умудрился. И плачет, ходит. Говорит, вот ты, что за день? Я лепкой там. А что, тут тоже можно закарать? Да, на нем спать даже можно. Угу. А ну полотенце киньте мне, пускай тебя там. Вот так вот уснули, а проснулись в Уфе завтра на речке. Юдубки ты пахан блонг вот эй. Это мои сторисы. А где мои сторисы?
Ух ты, какой шашлычок. У меня красивее. Ух ты. Давайте, налетайте. А шахлите давай, гуту шугите, скоро кайта вас. Но мне моя машина нужна, собственная, чтобы кататься. Потому что был машина, когда папа еле пхали в Италии. Удыгат курмейк, что ли, даже когда... Уленте, уткенте, машина на стоячек, потосы утра. У нее времени будет на нем ездить, а нам, ты глянь, была город проехал. Вот в том-то и дело, ты глянь, была город ко мне, а машина, говорят, мне надо хорошо, чтобы научиться, мне нужна машина. Я видел, а вот там. Нет. Все, пап, все же учатся, все. Угу. Даже ну, бабушки вон ездят. Ну, я тоже говорю. Вон Лесей Шапкина, ну, вот так. Лесей, вообще надо, не знаю, шумах торгмах. Просто нужна практика, для этого тачка нужна. Вчера, знаешь, папа, какой концерт устроил? Да, я слышала. Я видео сняла даже. Что там? Что там? Что он приревновал меня к Риналю. Да. Даже он озалящит как. Че, Риналь, тебе бог, что ли? Везде Риналь только, везде Риналь. Бета меня хвалится на сторис, бета и за Риналь. А, менюк, менюк. Везде только он, блях. Вот. Ну, честно мне сегодня там, упкаля моя Милюша, честно и там. Альберт, когда мы гинем, ты шрам тебя на гинем, что говоришь? Ну, Маки. Ты шрам меня ты. Но, здесь только он. Здесь даже ты шрам тебя на гинем, он, и так и он. Я иду такая на кухню, водички набираю, и слышу такая, Риналь постоянно, Риналь. То, чего ты к Риналю цепляешься? Да Риналь твой. Наказа Риналь уже мой. Где я? Где наша семья? Сказали, 1% всего? Вас почему нету? Почему? Ты не задумывался. Почему? Потому что мы никогда не тушим, ты никогда не тушим. Милюша, уже это все фигня. Ты какую фигню говоришь? Во всех твоих сторисах один Риналь. Нас сказали, даже нету. На первом месте Риналь, потом твоя семья. Ты про свою семью даже забыла. А вот та 90% не реально червался. Ладно. Мен 90% Риналь ішлейман бір. Хинемен түгіл. Вся моя работа связана Ринальман. И бета телевидение, қойдаған чырма только Риналь. Ну немеке телевидение, хинемен барайым, что ли? Кот! И мені түшірағын, что ли, телевиднияла? Кот, не оқырасын. Мен радиоға барам, телевидение барам, хи мені түшірағын, что ли? Да. Хи мені басымды срезаешь, бүтін ерімді срезаешь, и не зек чырам мені. Как будто я куда-то налево на что-то трачу там. Не знаю, может своего айфонца там обеспечиваю или что. Бриллианты себе покупаю, меха, дорогие машины, да, брендовые сумки. У меня даже золота нету. Единственное серебро вот на мне вот это и вот это. И чтобы кому-то отправить деньги, я должна 100 слов услышать. А да, вот что ты запомнил и больше такого не делал. А папа такой такой. Овчарка, потому что ты маленькая собака, всегда гавкает, нет, мопсики, вот эти, они много храпят, кукают. В смысле, значит, много гавкают и всру, что ли? Правильно ты думаешь? Правильно. Шпиц и мопс. Я худой, торвать тренера к тому моему. Вот, подожди. Сейчас, включи. Ну, а если я тебя уроню? Сейчас, бисмила. Чего, а ты куда сядешь? Туда, конец. А, давай. Пожалуйста, нет, ты что мне воды брызгаешь? Или это мы воду проваливаемся? Воду проваливаемся. Блин, он не тянет, Аделина, мы все в воде. Аделина, мы в воде, стой, Аделина. Да успокойся. Блин, а что мы в воде? Это нормально. Мне кажется, мы сейчас упадем. Подвинься немножко к Аделине. Куда? Не могу, я боюсь, мне страшно. Нет, Аделина, я уйду лучше. Она раскачивается. Ты тяжелая просто была. О, круто. Блин, Аделина, ух ты, еще не. Вообще, молодец такая. Вот так надо ноги сделать, чтобы показать твою задницу. Пускай все видят. Ну, красиво же зато. Не, мы туда поставим лимончик. Ну, я к вам. Ты опять к вам идешь, что ли? Я к вам иду.
Головастик! Нечего к нам идти, из-за тебя мы тонем! Адельная, уходи от нее быстро. Это она вон за нами плывет. Нифига ты быстро плывешь, Головастик, блин. Офигеть. Не преследуй нас! Ты тяжелый. Батып койма. Батам, уйди, кайты верме. Стопа. Нет, нас Адельна раньше так ругали. Да. Батам, мы на бележняле. Уйди, кайты верме, чтобы. Тухмалахан тебе. Бата уже хоть майнду луфала, махтан тобе тобе. Облака плывут, плывут без оглядки. Ну скажите мне, пожалуйста, облака. Что там скажите, интересно? Почему вы бежите, облака? Облака, белогривые лошадки. Ла-ла-ла-ла. Хатала-хаталай. Баяғы пляжерді бірген достарын атынайыз бір ауылға, бірәмі сиым бойында ауыл, ну ташландық ауыл енді, бұрынғы ауыл, коммунаров ауылы енді. И бірәмі яр бойында орнашқан ауыл ташландық енді. И шу ташландық үйлерді хатып өткендер, гороскойдар хатып алып өткендер. И представляете ме, шуында рахатланып, на выходные, яйкіні келелер оказывается. И мне вообще так понравилась эта деревня. И прямо такой вид такой шикарный. Представляете, меня яр будем, да, и это. И хинин горганда, уж надо сим, пляж мату. Блин, вот больше, да, я шерга, или бы хотя бы дачный домик иметь. И жан, карахан петин, да, да, на продажу бар. Бр, иски, ну, емелый вот маган, да, ну, такой, иски, гана, бр, и, да, тухан, усын сиюлга постройки, продается тебе в лаган, да. Шан, хадр, мин, тоттан, да, ты звонит, мин, да, бели шерга, хактар, да. Звонит, кем, короче, бр, эвиал, да, тухан, усын сиюлга, и, уналты сотой, ты, да, хаталар миллион ярымға 65 квадратов мышыл. Опять-таки, вот говорят, что ремонтка ахса дофигища кита. Но вид этого стоит. И мы прямо до такой степени казалось китами, там, блин. Вот мы шоу иду аларға ветей. Прикиньте, мана тега, на выходные келерге можно ведь инде дуфтарман, туғандарман. Тега, можно вообще даже тега, аспыз беріп көрға туғандар барып ялай тега, дуфтарға беріп көрға, уйдык даже бармаханда. Вот, и, короче, я сейчас пока думаю. Альберт, конечно, это нафиг не надо. Опять хадр ремонтка, унда ремонтка, руснахта, тарыгарак. Аделина, научи его, как садиться, Аделина. Ложись. Баяга Азалия утрганя, вот, Альберт. Батала штанах, представляешь? Че, как? Уф, ты тюлень. Такое ощущение, как будто Аделина... Ты перевозишь тюлени куда-то. Ой, бляха-муха, такая комедия. Хорошо, Альберт-то. Все над ним ржут. Ой, блин. Азалья, ты сейчас опять потопишь корабль. Все, накупались? Накупались. Спасибо. Понравился? Очень. Ты такая смешная вот такая. Че нос такой? Один нос и губы, Аделин, так прикольно вообще. Короче, это Сарбат висит, камерная, устельды, собрали, саптана, Альберт сдул. Вообще красота, рахат оказывается, прикиньте. Мужа иметь хорошо. Ай, мужа иметь хорошо. Мусордарда арттан едик. Кстати, был тадарак. Был тар, нейне, бысрагыны бында. Мусор кишер қалдыраларыны. Абыл елі мұна әлі келдік, таба бір мусорда ек. Аллаға шекір, молодцы кишелер. Арттарынан ейіп, қайтып кетелер. Нормально. Иди, ты машина зурайся, что поворот когда крельмигас. Иди. Не говори уже, а крабрем, куда сюда, блин?
Ушел на барулан, не рейм, ушел обычно. Барулан, барул. Не рейм. Арай, поворотник ключи направо. Давай, давай, иди. Машина направо. Юк, юк. Вон он так сухо крякает, мадруга. А когда крякает? Нормально, юк вас. А что, вы уже что ли про наш план? Да. Я сегодня отдыхаю, у меня новый водитель. Познакомьтесь, вот она. Салям, Ирина? Салям, да. Не, даже гурка с камерой опорой. Что у тебя завтра первый учебный день? Наверное. В смысле, наверное, им ведь ухаем тебе менеджер на маркетплейсе. Первый чтобы учебный. Азамата с Наилем без хлеба ставить. Ну. Короче, достали стеген, Шаранский район Абаргайна, когда еще менің менеджер, который менің продажаларды алып пара по костюмам менде, Аня ғайынды. И шунда қайты парғанда Азамат айттейінде, айда, Милеуша пай, хенің подписчиктар арасында өз күшіні уқытабыд. И прямо прямой эфирда весь как реалити шоу көрхетті, несегаларды уқытамаларды, үретамаларды бүтін ішке шоу менеджер маркетплейса ғайынды. И научу, как договариваться с клиентами, с работодателями и, короче, многое другое. И мне там, ладно, хин, үскішіні, менің подписчик арахнан, бесплатно, кстати, үскішіні, рандомно хайлав алдылар алар. Дүртінсігін, мне там, Альберт ал, пожалуйста, мне там тоже бесплатно ал. И мына Альберт ертеге бірінсі күн ұқырға бара. Представляете ма? Ештер арахында ұқығын да, вообще-то. Ну, қалдыр халтур етті берімін ашында. Айы халтур етмейін енді, ұқығым тегесін, ұқығын енді, нормально етіп. Халтурить я ромай. Я ромай, конечно. А я халтурить там же не сидел, что я уйдем, меня аккаунт не сидел, пара уйдем вообще. Менеджер был не сидел, утро уйдем, меня кеймдарм дахатап. Блин, никакой халтуры чтобы.